Дорогие братья и сестры, приветствуем, поздравляем всех вас с наступающим Новым годом. И пусть Бог благословит всех нас в этом служении. Перед общей молитвой читаем Слово Божье. Первая книга Царств, 7 глава, читаем 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил между Массифой, между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказал: до сего места помог нам Господь. Аминь». Слава нашему Господу за то, что до сего места Господь помог нам и сохранил. И поистине особый год, особые благословения мы пережили в этом году. И мы сегодня в доме молитвы для того, чтобы прославить Господа, возблагодарить Его за все милости и просить благословения на предстоящий путь в новом году. Пусть Бог благословит нас. Помолимся. Господи Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам, за то, что Ты поистине до сего места помог нам, и Ты хранишь нас и благословляешь. И в этом прошедшем году уже почти мы видели Твою руку над нами. Ты говоришь в Твоем Слове, чтобы мы помнили весь путь, которым Ты вел нас, чтобы мы не забывали всех благодеяний и милостей Твоих. Господи, благодарим Тебя за открытые двери благовестия. И в этом году Ты хранил, благословлял и даровал возможность благовествовать, нести служение, приходить в дом молитвы, читать Слово Твое. Благодарим Тебя за хлеб насущный, за воду, за здоровье и за охрану Твою в этом году. Слава Тебе, Господь, за все. И мы сегодня, в этот последний день уходящего года, находимся по милости Твоей в доме молитвы. Мы желаем прославить Тебя. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех присутствующих, всю церковь, всех гостей, всех, кто находится здесь, в доме молитвы. Благослови нас, наши сердца, приготовь к этому служению. Освяти и помоги нам со вниманием слушать слова Твои. Благослови братьев, говорящих слово, благослови также нашу молодежь, их служение. Они особо готовились к этому служению. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил их сердца, их голоса и помоги им в пении, в стихотворениях прославить Тебя. Господи, мы молим Тебя тех, кто не примирен с Тобой. Возможно, есть такие в доме сегодня Твоем здесь. Постучи в сердца таковых через Слово Твое. Я молю Тебя за больных, братьев и сестер, которые также в нашей церкви, и они не имеют возможности быть вместе с нами. Посети таковых, Господь, возрадуй их сердца и помоги нам вместе сегодня прославить Тебя. Благослови нас, не оставь, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Общим пением поем 619 номер «Летит безжалостное время». Летит безжалостное время. Yeah.
Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Благодарность нашему Господу за то, что Господь подарил нам эту возможность, эту прийти сегодня в этот вечер в Дом Божий для того, чтобы в Доме Господнем мы встретили Новый год. Пусть Господь благословит нас. И перед тем, как мы будем молиться вместе с вами и просить благословения у Бога на грядущий год, я бы хотел, чтобы мы открыли Слово Божие, обратились к Нему и также приготовили наши сердца, чтобы услышать, что Господь в этот вечер хочет сказать каждому из нас. И я бы хотел, чтобы мы прочитали послание Фессалоникийцам, 3 глава, мы будем читать выборочно, Филиппийцам, я извиняюсь, послание Филиппийцам, 3 глава, с 1 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягость, а для вас назидание». Из 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитал за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Аминь. Занимай Христа. Христе. Пусть Господь благословит вас. И тема моей проповеди – это «Что такое счастье?». И я бы хотел, чтобы мы посмотрели, что учит Слово Божье и по отношению к счастью. И наше с вами видение и понимание счастья в этом мире. И вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, читал Слово Божие, размышлял над этим и решил проверить, вот, а что говорит, что вообще в мире, как в мире люди понимают, что такое счастье. И я решил, как обычно, через интернет проверить, вот, и в гугле написал, вот, что такое счастье. И первое, что мне попалось, я выписал это изречение и хотел бы зачитать, чтобы вы услышали также о том, что вот в мире люди сегодня считают счастьем. Это состояние человека, который соответственно наибольшей внутренней удовлетворения условиям своего бытия. То есть человек, живущий в этом мире, считается себя счастливым, когда он наибольше получает удовлетворение от того, что его окружает, где он живет, на чем передвигается. Вот это мирское счастье, которое сегодня люди называют. И готовясь к проповеди, я начал вот интересоваться, вот, а что вот люди, которые окружают меня, как они смотрят на это и что они подразумевают под словом счастье. И я спросил свою дочь о том, вот, как, вот, что для нее счастье. И, знаете, она разные варианты говорила. Единственное, вот, что мне понравилось, что она сказала, она говорит, что для меня было бы счастье увидеть рай. И когда я спросил свою жену, а что для нее такое, что для нее счастье, то она сказала, что для нее, вот, в ее понимании счастье, это когда семья здорова, дети здоровы, когда все хорошо в семье, для нее это счастье. И когда я подозвал своих еще меньших дочек и хотел также поинтересоваться, спросить, а что вот для них вот является счастьем? Немножко было сложно, потому что они не до конца могут, ну, как бы. Но если наводящими вопросами, то можно узнать, что для них является счастьем. И когда я спросил Лию, свою вторую дочь, о том, вот а если бы в доме было много-много шариков, это было бы счастье для тебя? Она сказала, да. Но я знаю то, что она очень любит красить. И я сказал, а если бы были хорошие, красивые краски, большие, вот что, вот это было бы лучше, она говорит, вот это бы было большим счастьем для нее. И вы знаете, каждый человек, живя в этом мире, он определяет для себя, что для него счастье. И также недавно я беседовал с молодежью на эту тему и задал молодежи этот вопрос также, вот что для них счастье. И вы знаете, каждый, кто отвечал, ни разу не... Вот их ответы, они не совпали ни с кем. Каждый человек, у него что-то свой взгляд,
плане вот счастья, что для него важно, вот, чтобы у него произошло в жизни, чтобы он был счастливым. И я бы хотел задать и вам, братья и сестры, один вопрос, или вот такой же, как я задал молодежи, чтобы вот, если мы сейчас внутренно, каждый себя оценили по десятибалльной вот, шкале, на каком уровне на сегодня мы являемся счастливым? Вот по десятибалльной вот этой шкале оценить себя, вот, насколько сегодня наше счастье, оно, на каком уровне оно находится? Почему это? Потому что, если мы посмотрим, то люди, живущие в этом мире, они постоянно стремятся. Все люди, живущие в этом мире, они стремятся быть счастливыми. Это заложено внутри, в каждого человека. Но как важно понимать, братья и сестры, что такое счастье. Сегодня люди заглушают себя чем только, заглушают вот это истинное влечение к счастью, чем-то вот этим земным. И очень печально, когда и мы, христиане, тоже зачастую забываем, в чем наше истинное счастье, и погружаемся в вот это земное, и то, что оно по-настоящему никогда не насытит нас. И мы иногда думаем, что мы идем в правильном направлении, да, потому что мы, как христиане, да, написано, что должны радоваться. И вот мы где-то убеждаем себя в этом и не понимаем то, что, возможно, мы уже идем в совсем обратном направлении, не туда, куда надо. Знаете, как один, я слышал такую историю, как один человек рассказывал, как он пришел на вокзал, он ехал с Москвы, ему надо было ехать в Сыктывкар. И он пришел ЖД вокзал, да, он пришел. И он знал номер поезда, название поезда. И вот когда он пришел на вокзал и увидел свой поезд, он зашел, сел, зашел в свое купе и уже буквально снял куртку, поставил вещи и присел. А напротив пассажир, который с ним ехал, он говорит: ну что, к утру мы будем в Киеве. А он не понял, он говорит: как это в Киеве? Он говорит: ну, в Киеве? Он говорит: ну, мы же едем в Сыктывкар. Он говорит: нет, это он едет с Сыктывкара в Киев, а не с Киева в Сыктывкар. И оказалось так, что в одно и то же время два поезда, которые один ехал в Киев, а другой ехал в Сыктывкар. Они одним и тем же маршрутом, и они получилось так, что вот и так и в жизни людей, братья и сестры, иногда мы можем допустить ошибку понимания, что такое счастье. Да? И вот я бы хотел, чтобы вот как мы уже, я думаю, что каждый уже достаточно было времени, да, чтобы мы себя внутренне оценили на каком уровне наше счастье. И вы знаете, и возникает другой вопрос. Если мы оценили себя по десятибалльной шкале, и что-то нам не достает до 10 баллов, вот, чтобы наше счастье было на высочайшем уровне, то возникает другой вопрос: а что мешает нам быть счастливым? Вот, что именно в нашей жизни мешает нам достичь вот этого счастья? И вы знаете, люди сегодня, как я уже говорил, они ищут счастье не в том, в чем учит Слово Божие. И почему я об этом говорю, братья и сестры? Потому что если мы обратимся в Слово Божие и посмотрим, что говорит нам Библия, и даже на примере учеников Иисуса Христа я бы хотел, чтобы мы посмотрели. Потому что мы иногда строим вот в своих мыслях, в своей голове, определяем для себя, в своей жизни какую-то, вот, какой-то идеал или какую-то цель. И мы думаем, что вот это является верным и это правильным. И я бы даже хотел показать вот на примере учеников Иисуса Христа. Когда они, будучи с Иисусом Христом, они учились, и все равно они где-то недопонимали Иисуса Христа. И я бы хотел, чтобы мы прочитали вот это место и обратили внимание на это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников,
и книжников, и быть убитому, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будучи: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Всем нам известная вот эта история с Петром, и я бы хотел подметить то, что вот так резко, как Иисус Христос ответил Петру, мы не найдем больше в Писании нигде, где бы Иисус Христос так резко отвечал, не кому-то даже чужому человеку, но как Он резко ответил Петру. И мы знаем, что вот ученики, будучи с Иисусом Христом более 2 лет уже, учась у самого Господа Иисуса Христа, принимая наставление Его, видя все, что Господь делал, все, что их Господь учил, и казалось бы, ученики, они должны были понимать, чувствовать, но мы видим, что они смотрели на все те обстоятельства, которые их окружало, и все то, что учил их Христос, они смотрели человеческими глазами и понимали все это человеческим умом. Вы думаете, когда Петр говорил, я думаю, что когда Петр говорил Иисусу Христу: «Да не будет этого с тобою», я не думаю, что он переживал об Иисусе Христе. Если бы он действительно переживал, то я не думаю, что он убежал бы, когда пришли за Иисусом Христом. Но в их голове, братья и сестры, они уже делили, кто будет сидеть по правую сторону, кто будет сидеть по левую сторону. Они уже думали, кто займет это место, когда же Иисус Христос встанет на этот земной трон, когда он будет, когда вот эта власть действующая, она будет свержена, и он будет уже властвовать, и они вместе с ним будут наказывать, возможно, этот народ, который ущемлял их, они уже где-то себе построили в своих мыслях, что для них является счастьем. Но когда Иисус Христос начал открываться и говорить о том, что с ним должно быть, они были не согласны с этим. Они не понимали, как так, ведь они уже в своей голове представили, что такое счастье. Они уже себе спланировали, они уже все распланировали, а Иисус Христос как будто рушит их планы, рушит их те желания и те иллюзии, которые они построили себе. Как важно нам, братья и сестры, понимать и читать Слово Божие. Как Господь когда-то учил своих учеников, так и Он нас сегодня учит через свое Слово Божие и говорит нам, что очень важно обращать внимание на то, к чему мы стремимся. И вы знаете, размышляя над этим Словом Божьим, возможно, у нас возникнет вопрос: а можно ли быть счастливым? А как же нельзя быть счастливым в братском общении или в чем-то еще? Ведь есть же должны быть какие-то моменты радостные в нашей жизни, когда мы, возможно, где-то с кем-то встречаемся, и вот наслаждение вот этой общением, и может возникнуть у нас вопрос, что мы как люди, возможно, не можем постичь этой радости. Нет, братья и сестры, к сожалению, Библия учит и говорит и на этот вопрос, показывает, что такое счастье. Зачастую мы не понимаем, потому что мы ставим где-то счастье во Христе, счастье в Боге где-то на второй, на третий, на четвертый план. А на первый план мы ставим счастье вот это земное. И я бы хотел привести такую иллюстрацию, она более ярче и более понятнее нам покажет, как на самом деле мы реагируем на то счастье, которое Господь нам дает. Представим себе картину, братья и сестры, молодая пара, парень и девушка. И вот этот парень решил жениться, они вместе пришли к этому единому желанию. И вот этот молодой человек, он приходит к девушке, достает очень красивую коробочку. Эта коробочка, она очень нравится этой девушке. Она по-особому, с особым трепетом берет эту коробочку, открывает, а там в этой коробочке кольцо. Это кольцо ей еще больше нравится. Но представим себе другую картину. Что если эта девушка, она берет эту коробочку, берет это кольцо, и лишь из-за того, что ей нравится это кольцо, она говорит этому парню, говорит «да». Ведь для этой девушки не само кольцо составляет радость. Это кольцо, оно временно, да? Через каких-то полгода, год, оно будет просто кольцо. А вот ее радость, она будет в этом парне.
Ее любовь, ее отношения, вот это будет радостью для этой девушки. Но зачастую мы, братья и сестры, мы больше ценим вот эту коробочку. Больше ценим то, что в этой коробочке, не уделяя внимания тому, какое у нас отношение с нашим Господом. Вы знаете, когда вот мы, вот глядя на эту иллюстрацию, то кажется, какая нехорошая девушка, да, если она вот принимает кольцо, ну, говорит «да» лишь только из-за того, что ей дали кольцо. Но если мы посмотрим на жизнь сегодня, сегодняшних христиан, сегодня люди ставят условия Господу. Они говорят, что если у меня будет то и то, то, возможно, тогда я буду уделять времени тебе. Братья и сестры, Господь обращается к каждому из нас сегодня через Слово Свое и напоминает, что мы не познаем, живя на этой земле, счастье в чем-то другом, в этом земном. Мы должны искать счастье в Господе. А все остальное – это как бонус. Но для нас, превыше, для нас, христиан, превыше всего и самое сладкое, и самое радостное вот это счастье испытать мы можем только во Христе Иисусе. Пусть Господь, братья и сестры, в этом новом году благословит каждого из вас, каждого из нас, и поможет нам приближаться к Господу, познавать Его любовь каждому из нас и ценить Господа, а не то, что Он дает. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте встанем и помолимся.
Ясе арде покул, ярной пе лынга мама стынд, де мульту тара жокул. Енуап де патул е фекут, дажчине сосе кульче, кын мама спуне де Иисус, ку гласу равши дульче, кмуса наскут Иисус Христос, эн фрик, на ерсе часарака, кумбоул пестиел суфлент, калдура касай факы. Кума венитла есть лялуй, пастори де ластыны, шинджи и катаудин чел, у флорде мэры мэна. Аминь. Его
Doamne, binecuvântează-ne o land cu pacea Ta, prin cuvânt mă luminează, el să-mi fie scurt și pază, este, Doamne, ruga mea. Fie an de adunare, ca să fie un curs de rai, să ne dai la fiecare sănătate și răbdare și iubire să-ți ne-o dai. Dă-ne o minte luminată, voie ți-o să desubim, care ți-i pașnică curată și cu inima predată, totdeauna să-ți slujim. Pentru cei din adunare și pe frați și pe surori, cu iubire și îndurare, cu al tău har nespus de mare, într-un an să-i țup cojor. Lasă pace, unitate, rod mai mult să avem în spic, Duhul tău cel care poate ne păzească de păcate, de la mare până la mic. Nori de binecuvântare unui inimii ogor și până mila ta cea mare, eu te rog în fiecare, pune veșnic și dor. Într-un an, conduci de tine să cât tu vrei să trăim, pe cărarea ta ne ține și la rău și la bine recunoscuri să-ți fim. Amin. Thank you.
эту ночь подведения итогов, когда вспоминаются прошлые дни и пути, мне хочется просто прийти с благодарностью к Богу, молитву Ему вознести. Спасибо, Создатель, за чудо живую планету, где в каждой травинке сияет Твоя красота, где все Тебе славу поет, и пред музыкой этой смиренно смолкают уста. Прославься, Иисус! Ты есть очи любви воплощение, Божественный Сын ради смертных, сошедший с небес, познавший труды и страдания и унижения, Ты умер за нас и воскрес. Спасибо, мой Бог, за безмерную радость спасенных, за эту большую, родную по духу семью, искупленных кровью, а прежде на смерть осужденных, за церковь, невесту Твою. Спасибо, Господь, за дороги прошедшего года, за радость и боль, за далеких и близких людей, за дар Твоей веры, за то, что в любую погоду хранил под рукой Твоей. Прости мне, Отец, я еще не возросшее чадо, порой оступаюсь на узкой тропе бытия, но верую в правду Твою, и иного не надо. Да сбудется воля Твоя. Аминь. Чтобы мы воспрянули и прославили Бога
и помнили, что время скоротечно. Давайте на эту тему споем псалом 843. «Быстро, очень быстро дни бегут». Вас Новым годом, пусть Господь обильно благословит всех нас, чтобы мы стали ближе к Господу, ближе и еще ближе к Господу. Пусть Господь нас благословит. И действительно, мы пропели в этом гимне «Жаль, что видна седина». В этом году, в прошлом скорее, но в этом больше я стал сожалеть, потому что, смотря в зеркало, седина все ярче и ярче отражается. Смотря на молодежный хор, вспоминаю те дни, когда также пел в этом хоре. И еще раз убеждаюсь, что время очень быстро летит. Хочу прочесть знакомые нам слова Моисея из молитвы. 89-й псалом, книги Псалтырь, 17 стих. Книга Псалтырь, 89-й псалом, 17 стих. «И да будет благоволение Господа, Бога нашего, на нас». И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В сентябре, в октябре месяце мы можем думать и полагать, еще есть время, еще до Нового года 30 дней, 60 дней. В ежедневнике вот есть то, что вот
каждый день прожив, и есть исчисление меньше. И вот когда я перелистываю, вот, например, сентябрь, октябрь, мне как-то становится немного грустновато, что год почти-почти позади. Наступает декабрь, последние дни, 28, 27. С каждым днем исчисление меньше и меньше. И я вот думаю, что жизнь, конечно, не то, что думаю, но вижу и убеждаюсь на практике, убеждаюсь на основании Божьего Слова, что жизнь очень быстротечна. Один автор, исследователь жизни человека подвел к тому, что жизнь человека с каждым годом, чем человек становится взрослее, тем для него жизнь быстрее проходит. Потому что он начинает ценить каждую секунду, он начинает ценить каждый день, но оно еще быстрее, не знаю. Но думаю, что это, в этом есть доля правды. Когда мы смотрим на страницы Священного Писания и в целом на время жизни человека, если посмотреть в разрезе вот жизнь человека со дня сотворения до дня, когда человек обратно возвращается в прах, душа восхищается, посмотреть вот на насыщенность жизни людей в ветхозаветнее время, смотря их быт, их становление, их взаимоотношения с Господом, то, конечно, мы видим различные периоды. Мы видим различных людей в различное время. Как было тогда, при дни царей, когда цари правили. Смотря на жизнь израильского народа вместе с Моисеем, то совсем другие обстоятельства. Моисей, этот псалом, 89-й псалом по времени, он написан самый первый. Почему? Потому что мы знаем, что Моисей, он был вместе с народом израильским. Мы знаем, что Моисей был 40 лет в пустыне с народом израильским. И вот одна из его молитв, мы знаем, что он неоднократно молился, но одна из молитв, она находится в книге Псалтырь. В книге Второзакония есть моменты, описывает, когда он воспевал Господу, когда он обращался к Господу, этот муж Божий, человек Божий. И вот он, странствуя по пустыне, видя то, как Господь допустил, он в этом псалме говорит о том, что «Ты положил беззаконие наше пред глазами». Господь видел, и это все проходило, он говорит, в гневе, потому что в Божьем, то есть гневе, потому что Бог допустил в их жизни то, чтобы наказать, чтобы они 40 лет странствовали. Мы сегодня говорим вот этим словом «странствуй», но если более детально посмотреть, почитать, то видим, что они странствуют для того, чтобы они там вымирали. Они вымирали там, народ израильский, который вышел по причине из Египта, по причине того, что они возроптали. Они смутились от того, что они не смогут одолеть обетованную землю. Бог им сказал, за один день, один год вы будете странствовать. И вот эти 40 лет странствований, это 40 лет вымирания, когда народ израильский было время сотнями умирал. Господь допустил вот это в их жизни. И когда народ, когда Моисей видел все это, потому что были дни, что не только один человек умирал, когда пустыня там, где они шли, где было много захоронений, когда Моисей смотрел на жизнь людей, на быт людей, и он молится Господу и говорит Господу, что «Ты нам прибежище в рот и бурот». То есть нет никакой зацепки. Народ израильский было время, хотел возвратиться в Египет. Он хотел хотя бы жизнь сохранить, быть там в Египте, но Бог их вывел мощной, сильной рукой. И Моисей говорит Господу, «Ты нам прибежишь», то есть «Ты нам защита». Вне Бога, вне нету абсолютного защиты, нет абсолютной стабильности, нет абсолютного покоя вне Бога. И он в этой молитве обращается и говорит, что «Ты нам прибежище из поколения в поколение, ты нам прибежище, нет другого прибежища». И поэтому он говорит и прославляет, это первая часть его молитвы, это прославление Господа. Он показывает о том, что прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века, и до века ты Бог. Он показывает вот именно вечность Бога, о том, что Бог вечен. Еще не было ни гор, еще не было земли, еще не было вселенной.
Ничего не было, ты уже был, от века и до века. Нет, нету века, нет столетия, нет десятилетия, когда Бог не был бы Богом. Ты всегда являешься Богом. И ты, вечный Бог, ты возвращаешь человека в тление, говоришь, сыны человеческие, возвратитесь, пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как стража ночи, как наводнением уносишь их, как сон. То есть показывая быстротечность жизни, показывая вот это, даже кто-то говорит, Моисей с сожалением, видя то, что вот эти молодые люди, которые вышли из Египта, им было 30 лет, сейчас им 60-70, и они умирают. Не лет наших 70, при большей крепости 80. И он говорит, кто знает силу гнева твоего, ярость твою по мере страха твоего? Кто знает? Научи нас дальше, он уже просит. Это просьба, то есть первая часть прославления, вторая. Он поясняет вот смысл или мысли у него о том, что Бог делал на тот момент с народом израильским. И затем звучат вот эти просьбы, вот эта просьба, просьба выраженная в некоторых таких фразах. Последовательность. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть первое, о чем он просит, чтобы Господь помог мудро жить, мудро ценить вот эти исчисления дней жизни нашей. Мудро, мудро подходить. Обратись, Господи, умилосердись. Он просит о Божьем умилосердии, чтобы Господь смиловался. Рано насыть милостью Твоею. Он просит о милости, чтобы Господня милость пребывала. Да явится на рабах Твоих дело Твое. Чтобы Господне дело, Господне действие, Господин акт Его рук был виден в жизни, то есть на жизни сынов Израилевых. И в заключение он говорит следующее. «Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас». Да будет благоволение. Я хотел бы, чтобы мы вместе, когда мы сейчас будем молиться, когда мы в последующее время все вместе встанем на колени, чтобы мы просили Господа, чтобы Его благоволение было на нас. Божье благоволение это что? Божье расположение. Божье расположение, когда мы смотрим на страницах Священного Писания, когда Бог благ, когда Бог добр, когда Он благорасположен к человеку, Он приблизился к человеку не просто спустившись в облаке или в столбе огненном, а Он приблизился к человеку, воплотившись в творение. Он Творец, Он создал человека, Он воплотившись для того, чтобы стать на одну ступень с человеком, близко к человеку. В этом Божье благоволение. И что вот это Божье благоволение, Божье расположение, как ангелы воспевали, мы будем вспоминать тот момент, когда они поют и говорят, человек как благоволение. Божье расположение к человеку, к творению, к венцу Божьего творения, что вот это Божье благоволение, оно пребывало над нами, как и до сего момента, чтобы Господь был рядом, чтобы Его воля, Его расположение было к нам, к нашим семьям. Ведь мы сегодня, провожая этот год, вспоминая свои мысли, возможно, в этом году мы испытали радость именно в том, как в каком-то определенном плане благословения. Кто-то испытал печаль, кто-то испытал, может, разлуку, провожание в этом году. Мы, вспоминая все это, будем видеть за всем этим Божье благорасположение. Что Господь благ. Господь делает все в свое время, в определенное время. Кто-то подводит черту и говорит, год этот не становится год от года как-то лучше, как-то радостней. Но мы имеем надежду, мы имеем восторг. Кто-то из людей в мире, например, читая, знакомясь, вот мнение людей, каков год 21-й, различные мнения. Но мне стало известно о том, что известный журнал Times, он назвал 20-й год, не 21-й, а 20-й, тот прошлый год, что на страницах своих они изобразили вот такой красный крест, просто что для человечества 20-й год
это было просто нечто, потому что началась вот эта пандемия. Кто-то воспринимает вот так это время, вот так эти обстоятельства. Но ввиду всего этого, мы видим, что Моисей, он, видя то, как народ умирает, он, видя то, как Господь трудится над народом, Господь переводит народ в обетованную землю, Моисей просит у Господа: «Да будет Твое благоволение на нас, чтобы Твое было расположение». И в деле рук, вторая его заключительная фраза, «В деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Пусть эти слова будут также, его слова, его молитвы будут нашей с вами молитвой. Чтобы Господь, я уверен абсолютно, нет сегодня той души среди нас, кто не хотел бы, чтобы Господь споспешествовал бы в деле рук наших. Что тем, чем мы трудимся в семье, в труде, с родственниками, с близкими, с родными. Это прекрасное пожелание, чтобы Господь споспешествовал нам в деле рук наших. Чтобы Господь, то есть, даровал вот эту помощь. Он шел впереди. Он шел впереди. Но с нашей стороны будем покорны, будем послушны. Будем искать того, чтобы, исполняя то, к чему Он нас призывает, видеть во всем этом Его милосердие, Его благое расположение к нам и Его помощь во всем. И тогда от сердца и души будем благодарить Его за то, что Он нам дарует необходимое. И в то же самое время мудро, ценно подходить к тому, чтобы дорожить этим временем. Дорожить, потому что действительно дни быстро, очень и очень быстро. Как мы пропели этот гимн, быстро, очень быстро дни бегут. Хотелось бы остановить на минутку, какой-то создать такой уютный очаг, создать, сказать, как Петр: «Хорошо нам, хорошо». Чуть-чуть, но нет, время проходит. Нужно дальше, событие за событием, планы за планом, проект за проектом, встреча за встречей. И так быстро жизнь проходит. Благослови Господь нас в этом. Благослови всех нас, как Церковь Христову, чтобы мы ближе и ближе были к тому, который, кто создал нас и дарует нам все то, чтобы мы были ближе здесь, на земле, ощущая вот ту встречу в небесах. Храни всех вас, Господь. Аминь. Молимся, желающие, пожалуйста.
На год ушедший с трепетом смотрю. Два слова рвутся из моей груди. Взирая на Творца, благодарю, а на себя смотря, шепчу, прости. Безмерен милостей твоих поток. Ты охранял меня весь год мои пути. О, сколько благ твоей рукой святой ты мне дарил во все часы и дни. Благодарю за кров над головой, за пищу на столе, успех в труде. Ты каждую минуту был со мной и знал о радости моей и о нужде. Мои желания не скрыты пред тобой. Ты сверх просимого во всем благословлял. Среди тревог ты посылал покой. В дни испытания веру подкреплял. Всем сердцем, Господи, тебя благодарю за тишину и мир в моей семье. С отрадой на ушедший год смотрю и вижу, сколько благ явил ты мне. И сердце радостью горит, когда к тебе я обращаю взор. Мой Бог благой, но на себя взгляну, стою в стыде и лишь молю, прости, Спаситель мой, как много их бесплодных праздных дней, не отданных молитве и труду. О, сколько же присвоил я себе тобой подаренных мне на земле минут. Ты все мне дал, а я же нес тебе лишь жалкие остатки своих сил. За равнодушие к другим, беспечность, лень, я с болью в этот час молю, прости. И дай, чтоб новый наступивший год в моей душе царил лишь только ты. О, как хочу тебе отдать, мой Бог, весь жар души, стремления и мечты. Хочу тебя прославить, мой Христос, и жизнью новую, и песней, и трудом. О, дай, чтоб этот новый год принес достойный плод в небесный вечный дом. Аминь. Thank you.
Остается прежней, если Духа Священный огонь суетой сует заснежен, если к сердцу сугробов ряды, как с тобой, Иисус, вечереть. Он к тебе вчера приходил, но ушел оскорблением неверием. Оглянувшись в прошлый год, ты привычно просишь прощения. Отрезвись, это ложный ход, и на истину прощение. Грех стоит за твоей спиной. Неужели не чужой он тебе знакомый, и как призрак скользит за тобой, извращенный агент Содома? Новый год, ну а что с того, если жизнь остается прежней, если Духа Священный огонь будет силой греха повержен? Рассмотрись и свой курс измени, призови Иисуса на помощь, и перед церковь грех казни. В новогоднюю полуночь. Амин. Пока благодать и лето идет по земле твоей, пока для людей планеты открыто спасение ты.
раскаяние, скажи все за все года. Не будь же обеспечен для мира не вечно Христа благодать. Так будет не всегда, подумай об этом, умолкнет благодать, окончится лето. Дорогие братья и сестры, уже время подходит, стрелки часов 12, и мы не можем остановить эти часы, и через несколько минут мы будем встречать Новый год, но хотелось бы еще совершить то, что мы делаем каждый год, это вспоминаем и тех, которые были с нами, сегодня их нет. И мы молимся, мы вспоминаем, мы просим Господа, чтобы Господь укрепил, утешил нас. И напоминаем о том, что в этом году не стало 5 душ из нашей церкви. Это отец мой, а также сестры Молодила Василина Ильевна, Косерик Анна Алексеевна, Сосна Елена Васильевна, Косерик Домника Григорьевна. Вот эти 5 душ Господь отозвал в вечность. И Слово Божие учит нас, напоминает нам, чтобы мы, 13 глава послания к евреям, 7 стих, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Мы сегодня вспоминаем, мы помним о наших родных и близких, и Господь говорит нам, чтобы мы, смотря или взирая на кончину их жизни, вспоминали или подражали их вере, как они стояли, как они отошли в вечность с верой и упованием на Господа. Пусть Господь утешит каждого из нас и поможет нам быть верным Господу. Давайте мы также помолимся и поблагодарим Господа за то, что Господь хранил нас и благословлял, и дал нам силы перенести эту боль, утраты и в этом году. Господи Бог наш, мы благодарим Тебя за это служение, за Слово Твое, за то, что Ты напоминаешь нам о последнем времени, о том, что Ты скоро придешь. Господи, благодарим Тебя за все благословения и радости в этом году, а также Ты посылал и скорбь. Господь, Ты послал скорби в нашу семью, и мы провожали последний путь отца. Я верю, Господь, что Ты не оставляешь без милости своей и даешь нам надежду на встречу с нашими родными. Мы вспоминаем также и сестер, которых нет с нами, о которых мы вспоминали. Господи, благослови и укрепи нашу веру и помоги нам взирать на кончину их жизни, подражать вере их. Благослови, Господи, всю нашу церковь, благослови и помоги помнить всех наших родных и близких, которых нет сегодня с нами. Слава Тебе за все, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Я бы хотел еще в заключение прочитать слово. Это книга Откровения, 3 глава, 20 стих. И хотелось бы особо напомнить тем, которые еще не спасены и не примирены с Богом. И эти несколько минут осталось в этом
уходящем году это время для покаяния. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Аминь. Пожалуйста, займите места буквально на несколько минут. Господь, эти трогательные и в то же время серьезные слова Господь говорит сегодня нашим сердцам. Он говорит, что Он сам стоит у дверей сердца и стучит, и кто услышит голос и отворит дверь, Господь входит в сердце и готов вечерять с ним. Кто сегодня слышит этот голос? Поистине, если мы задумываемся о том, насколько часто Господь стучался в сердца каждого из нас в этом году, если мы вспомним жизнь и прожитый путь, мы наверняка узнаем или вспомним те моменты, когда Господь стучал в сердца каждого из нас через болезнь, утрату, несчастье. Это не просто какие-то случаи в жизни, чтобы мы прошли и как-то вспоминали с сожалением. На это моменты, когда Господь стучал в сердца каждого из нас, чтобы мы остановились, чтобы мы изменили свою жизнь, чтобы мы в таком положении, мы не ушли в вечность. Сегодня мы читаем Слово Божие, и Господь желает, чтобы все люди пришли к покаянию, чтобы никто не погиб, но чтобы все мы пришли к покаянию и имели жизнь вечную. Более того, Господь приглашает к себе и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Почему? Потому что Господь весьма милосерд и сострадателен. Говорит Иаков, послание Иакова, 5 глава, 11 стих. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду даром». Настанет та пора, когда времени уже не будет для покаяния. И об этом говорит нам Слово Божие, откровение, что придет тот день, когда времени не будет для покаяния. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Используйте это время, эти последние минуты в этом уходящем году для спасения своей души. Вы можете это еще сделать. Мы не знаем, что принесет нам Новый год, и будем ли мы здоровы и живы. На сегодня еще Господь стучит в сердца и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, придите сегодня, потому что завтрашний день не наш день». Я хотел бы всех нас призвать к исполнению псалма, и мы будем петь псалом 375 номер. Последний призыв раздается еще, и это время для покаяния. Кого Дух Святой побуждает помолиться, покаяться, вы можете сделать это, выйдя сюда вперед, и мы будем молиться о прощении ваших грехов. Пожалуйста, поем. Вставши стоя, пожалуйста.
хватило, чтобы спасать, и мы видим эту молодую душу, которую Господь побуждает покаяться. Мы будем молиться, и во время молитвы, кого еще Дух Святой побуждает, вы можете также выйти, и мы поддержим вас в молитве. Несколько минут, и мы, дети Божьи, научены Словом Божьим, и сегодня, когда люди встречают Новый год под звуки выстрелов шампанского, мы встречаем Новый год на коленях. И пусть Бог поможет нам сохранить эту традицию добрую, и на этом служении я хотел бы также всех призвать к этой молитве. Давайте мы склонимся и будем молиться и благодарить Господа также и просить, чтобы Господь привел нас в Новый год. Пожалуйста. Есть у кого-то привет и, может, поздравления, вы также их можете передать, пожалуйста. Принимаем также из Гладянской церкви и от семьи брата Вити Бендеса. Боря Скрипник и сестрой Дарьи Светы также церкви передавали поздравления с Новым годом и с Рождеством. Принимаем также от семьи брата Бори Скрипника. Примите также привет от родителей, они тоже передавали привет и поздравления с праздником. Принимаем также. За все принятые приветы и поздравления мы также благодарим сердечно и просим, чтобы также передавали от нашей церкви поздравления и приветы каждым нашим родным, близким и церквям, которые вдали от нас. Есть несколько объявлений. Напоминаем, что мы вступаем с сегодняшнего уже дня, с 1 числа, в неделю молитвы. И сегодня уже в 6 часов вечера будет служение первое. И сегодня мы будем молиться. Это молитвы о распространении Евангелия в этом новом 2022 году. Будем молиться о дерзновении и мудрости для верующих, провозглашении Евангелия, а также о Божьей защите и силе в проповеди для миссионеров в стране и за рубежом, о материальной поддержке для миссионеров в стране и за рубежом, а также о всех служениях и мероприятиях в новом 2022 году. Следующее служение наше, как было сказано, в 6 часов, а также будем помнить, что на воскресенье, на это воскресенье, а именно 2 января, у нас будет хлебопреломление, вечеря Господня. Это впервые в этом новом году мы будем вспоминать страдания, смерть нашего Господа Иисуса Христа и будем готовиться к этому служению. Мы закончим служение молитвой. Господи Бог, нас и в новом году, и поможешь нам всегда обращаться к Твоему Слову.
Благодарю Тебя за служение нашей молодежи, благодарю за братьев, которые совершают труд с молодежью. Благослови их и на дальше, благослови всю нашу церковь в этом новом году. Благослови, Господь, эти дни праздничные, предстоящие служения на праздник Рождества Твоего. Господи, помоги прославить Тебя. Благослови еще многих людей нашего села, наших родных и близких, чтобы они, придя сюда, увидели Твою любовь и милость, чтобы они покаялись пред Тобою и вошли в число детей Твоих. Все это просим во имя Твоего. Теперь прошу, Господь, благослови и храни нас при расходе. Храни на дорогах нашего села, и кто будет отправляться и дальше. Ты будь охраной и защитой. Храни нашу молодежь здесь. Благослови, помоги нам радоваться тому, что Ты с нами, и Ты хранил и перевел нас в Новый год. Будь с нами, не оставь, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Приветствуйте каждого и поздравляем друг друга с Новым годом, с миром Божьим.